14 августа, отель «Свет маяка». И сегодня первый день старта конкурса «Мисс Туризм Крыма». Девушки из разных городов, преодолев приличное расстояние, утром заехали в свои номера и уже успели обустроиться. Перед девушками стоят серьезные задачи, в которых они должны проявить себя как можно лучше. Ведь по окончанию конкурса перед ними открываются большие двери модельной индустрии. Рабочий модельный день уже начался, но мы успеем задать пару вопросов очаровательным девушкам. Расскажите, как вообще пришла идея создания этого конкурса? В прошлом году я посетила мировой конкурс красоты Miss Tourism International, но, к моему сожалению, я представляла не родной Крым, а Татарстан. С этого момента у меня и пришла идея провести конкурс красоты Miss Tourism Крыма на полуострове. Какие основные номинации предусмотрены и почему именно они? По номинациям это основная классика, победительница и ее вице-мисс, мисс топ-модель, мисс фотомодель. Все девушки представят Крым на международных и мировых конкурсах красоты. Но в этом году мы добавили немножко необычную номинацию «Мисс Прогресс», так как все девушки готовят социальные проекты на особо значимые темы. На тему привлечения туристов к полуострову, благотворительность, социальные акции. Со всеми девушками работают профессиональные хореографы, профессиональные педагоги, дефиле. Я желаю просто девушкам быть внимательными и стараться, стремиться совершенствоваться. И все у них получится. Добрались. Очень легко. Да, нам было очень удобно. Мы ехали с кондиционером. Нас все встретили. Все очень гостеприимные, дружные. Показали, где наши номера, открыли. Нам все очень нравится. Вы уже ознакомились с расписанием на неделю и ваши комментарии. В принципе, все устраивает. Ничего такого сверхъестественного, конечно, нету. Будем стараться. Чего вы ожидаете от конкурса? Я хочу попробовать что-нибудь новенькое для себя. Взвесив все, вы готовы покорять вот мировую индустрию модельного? Обязательно, иначе я бы сюда не пришла. Как вам номера? Очень светлые, просторные, уютные. Да, прекрасные номера. Замечаний никаких? Вообще нету. Вы ранее работали в модельной индустрии? Да, я закончила модельную школу и участвовала в фотосессиях на журнальной обложке. Ну, я просто закончила модельную школу и как бы сейчас пробую свои силы. А вот все взвесив, вы готовы принять участие в дальнейшем на мировом модельном уровне? Да, с удовольствием. Да, я думаю, да. Все, мы каким пожеланием участницам? Терпение, подготовка. Побольше работать над собой и впитывать всю ту информацию, которую нам дают преподаватели. Как доехали? Хорошо. Спасибо организаторам, которые забрали нас с автовокзала и довезли со всеми удобствами.
Вы уже ознакомились с расписанием и ваши комментарии по этому поводу. График очень напряженный, много репетиций, много разных мероприятий, выездов. А что сподвигло вас вот принять участие в конкурсе? Это полная авантюра. Никогда ни чем подобным, ни в чем подобном не участвовала. Вот решила попробовать, ну а вдруг? И скажите, взвесив все, вы готовы принимать участие в модельном мире более высшего уровня? Ну, дальнейшее эта неделя покажет. Пока да. Вы уже ознакомились с расписанием недели. Ваши комментарии. Расписание, конечно, очень хорошее. Единственное, что нам придется очень рано вставать. Ну ничего, мы терпим. Все стерпим. Еще можем готовы на все, как бы, в принципе. Вы раньше занимались модельной индустрией? Нет, нигде не занималась. Единственное, что участвовала в показах моды и все. А что сподвигло вас участвовать в этом конкурсе? Желание. Желание, большое желание добиться успеха чего-нибудь в этой жизни. Впереди у участниц напряженная конкурсная неделя. И нам остается пожелать только терпения, вдохновения и только хорошего настроения.